у нас есть физическое тело, оно здесь вот красным обрисовано, да, есть эфирное тело, есть астральное тело, ментальное тело, каузальное. То есть мы сейчас будем приводить наше физическое тело в порядок, но, естественно, и наши мысли, и наши чувства, энергию пополнять, все это взаимосвязано. И чем сильнее физическое тело, чем сильнее вот эта вот защита, как бы аура, наши тонкие тела, они нас защищают в лучшем случае. Если вот это все в дырах, в трещинах и так далее, то, естественно, соответственно, и нас легко пробить. Наши болезни – это как бы компас того, что мы где-то что-то сделали не так. И не надо свои болезни ругать, наши болезни надо благодарить. То есть моя болезнь щитовидной железы показала мне, что я не проговаривала, что я молчала, что я со многим соглашалась, многое глотала. То есть я понимала, что это про меня. И я сказала, окей, что я могу делать, как я могу раскрыть свою горловую чакру. И вот то, что я стала консультировать, то, что я стала обучать, это, в принципе, я делала в первую очередь для себя, для того, чтобы раскрыть свою горловую чакру. Чем больше я ее раскрываю, тем я уже стала чувствовать вот это творческое какое-то раскрытие свое. Я себе, то есть сама себя удивляю в некоторых моментах, и вот после вот этой работы долголетней мое тело сказало: Аня, все отлично, ты идешь правильным путем, вот, ты исцелилась. То есть для меня это тоже как бы доказательство, что я то, что я делаю правильно. За что отвечают чакры по физике, по нашему телу? Первая чакра красного цвета находится в копчике и промежности. Она отвечает за части тела, как ноги, колени, ступни, все, что связано с ногами, с копчиком, с мочевым пузырем, с анусом, если есть болезни там, или у мужчин с половыми органами. Это за все это отвечает по телу, по физике, наша первая чакра. Вторая чакра, она оранжевого цвета, это сексуальная чакра, которая находится примерно 3 сантиметра ниже пупка. Она отвечает за женские половые органы, мочевыполовая система, репродуктивная система. Все, что связано вот с нижней частью живота, это вторая чакра. Также почки тоже относятся туда, ко второй чакре. Третья чакра находится в солнечном сплетении. К ней относится по физике все с пищеварительной системой. Желудок, печень, поджелудочная, кишечник. То есть, если человек что-то не переваривает, у него проблемы там, это проблема в третьей чакре. Четвертая чакра находится в грудной клетке, в области сердца. К ней относится сердечно-сосудистая система, дыхательная система, то есть сердце, легкие, это все относится к четвертой чакре. Пятая чакра в горле, шейный позвонок, седьмой шейный позвонок, то есть там это где наша щитовидная железа. Если проблемы, допустим, с горлом, с голосом, если человек кашляет, у него больное горло, болезнь щитовидки или шея болит, это все относится к нашей пятой чакре. Шестая чакра – это наш третий глаз, межбровье или затылок. Это периферическая нервная система. Ах, я вам еще не сказала, к пятой чакре относится нижняя челюсть, зубы. И челюсть нижняя – это пятая чакра. Шестая чакра – это верхняя челюсть. Это проблемы с носом, проблемы с глазами, проблемы с ушами и так далее. Это все говорит о том, что проблемы в шестой чакре. Головные боли также. Седьмая чакра на макушке находится. Это центральная нервная система. Это, в принципе, все, что связано с кожей головы, с верхней частью головы, с волосами и так далее. Это все нам показывает на физике наша седьмая чакра. То есть мы теперь по матрице рассчитали физику. Это болезни или те области, которые отвечают за наше здоровье. Теперь мы рассчитаем энергию. А за энергию, тут интересно, смотрите, как чакры влияют на нашу энергию. Первая чакра, она отвечает за наши
физические потребности. Если там есть энергия, то человек здоров, у него есть кровь, ему есть что покушать, у него есть связь с родом, и он продолжает свой род. То есть это говорит о том, что у человека первая чакра хорошо работает, там есть энергия. Но если энергии нет в первой чакре, то человек живет в страхе, у него нет уверенности в завтрашнем дне. Он не хочет нести ответственность за свою жизнь. То есть то, что у него там, что он бедный, допустим, он не может себе что-то позволить, это виновата страна, виноват правитель, виноват сосед, кто угодно, только не он. То есть человек, который не перенесет ответственность за свою жизнь, он в минусе. Есть еще перекосы в другую сторону. Бывает переизбыток энергии в чакре. Тогда это такие люди, которые жадные. Вот знаете, все им мало, все хочется. Ненасытность, зависть, контроль. Он хочет все проконтролировать. У него очень развито вот это чувство собственности. Это все мое, это мне. Да еще мало. Вот это вот все. Это перекосы первой чакры. То есть это может быть недостаток энергии или переизбыток энергии. Так или иначе это ведет к перекосу, так или иначе это ведет к болезням в той области, где эта чакра находится. Я просто сразу анализирую мужа и пытаюсь понять, в целом недостаток энергии. Но есть моменты, есть качества, которые показывают о переизбытке. Возможно, это какие-то временные всплески, которые дают такие вот такую характеристику. Как-то не совсем понятно. Как? Смотрите, как это работает. Получается, допустим, как пример, я же не знаю, как реагирует ваш муж, вот то, что я называла, допустим, контроль, да? У него в первой чакре, то есть это говорит о перекосе однозначно, то есть он набирает энергию первой чакры, вместо того, чтобы ее направить на свое здоровье, как я сказала, на уверенность в себе, на достижение того, чтобы он твердо стоял на ногах, он ее сливает в агрессию. То есть вот этот перекос он насобирал, и вместо того, чтобы ее направить в нужное русло, он начинает наорал еще что-то. Фух, он ее слил. И все, и опять же маленький мальчик, потому что у него уже сил нет. То есть это получается перекос не при вхождении в следующую чакру, а вот именно в том, как он использует эту энергию по первой чакре, именно там. Да, он ее использует, то есть он ее сливает на негативные проявления, и, соответственно, она у него неустойчивая. Там нет энергии, потому что как только он ее набирает, он ее сливает в негатив. Все. И такой человек будет постоянно бороться за выживание. Но постоянно что-то не будет получаться, ни на работе, нигде, потому что будет хватать только на поесть, помните, я вам показывала ту табличку, будет хватать только на поесть, на попить и на крышу над головой. Да-да-да. И потом еще по здоровью, с определенного возраста, естественно, будет бить по здоровью. И, скорее всего, просто уже, если это так, ну, явно, опять смотреть болезни, которые, вот, за которые первая чакра относится, смотреть, есть ли у него там болезни с ногами, с коленями, вот эта гордыня, когда перекошенная слишком, у людей болят колени, это которые не гибкие. И вот просто смотреть, где у него там что. Это геморру. А по телу, что там интересное, нету. Но остальное, да, то есть тело достаточно крепкое и пока выводит. Хорошо. Идем дальше. Вторая чакра отвечает за безопасность, удовольствие от жизни. Секс, еда для удовольствия. То есть это еда, но уже для удовольствия. Это вкусненько поесть, красиво пойти куда-то покушать. Это уже есть какой-то счет в банке, есть какие-то деньги на различные удовольствия. Это семья. Если энергии не хватает во второй чакре, это замкнутость, обидчивость, опустошенность. Вот для женщины, вот у нее нет вот этого женского начала, вот она закрытая, она такая серая мышка, не трогайте меня, и все, ничего я не хочу. При избытке энергии это вот нервозность, вспыльчивость,
И есть такие люди, вы наверняка знаете, им может быть 90 лет, но они постоянно в каких-то движухах и постоянно в поисках секса какого-то, вот, которые не могут сидеть на месте. Это тоже идет перекос. Вторая чакра отвечает за удовольствие, это умение наслаждаться здесь и сейчас, особенно женщинам это важно, от малого. Она вышла на улицу, посмотрела на солнышко, и она зарядилась энергией. Она посмотрела на что-то красивое, картина или еще что-то, она зарядилась этой энергией. Она накрасила себя губки, посмотрела на себя, ей нравится. Она уже зарядилась. То есть вот это вот такой нормальный процесс женский, заряжаться энергией. Она может заряжаться, наслаждаться всем, что есть. Но этому надо научиться остановить вот это наши мысли, вот это постоянное беспокойство, а насладиться моментом. О, мне сейчас хорошо. Что я чувствую? Какие запахи меня окружают? Что я чувствую, если я до себя дотрагиваюсь? Какое у меня ощущение внутри? Вот это очень важно для женщины уметь остановиться. Если человек не умеет, он вот это наслаждение будет брать из внешних факторов. Поесть, погулять, с кем-то переспать, то есть не умеет взращивать себе, и тогда переключается на внешнее и пытается там взять. Это, опять же, вот идет в таком случае перекос. Или когда, эта тема такая интересна для меня, когда женщина говорит, ну, я за собой ухаживаю, я себя люблю, а надо себя любить, поэтому я хожу к косметологу, делаю губки ботокс, вкалываю себе ботокс щечечки, потому что я себя люблю. Ну, для меня это не есть проявление любви, потому что, ну, для меня это издевательство над своим телом для того, чтобы кто-то сказал, что, о, ты красиво выглядишь. Для меня все-таки проявление любви – это внутреннее к себе бережность, я люблю себя, поэтому я себя не буду, свое тело колоть всякими иголками, а полюблю себя с такими губами, какие у меня есть. И у меня, да, появляются морщинками, я буду себя любить вместе со своими морщинками. Ну, это опять такая тема, у каждого своя. То есть опять для меня это не внешнее проявление, а если я внутри себя люблю, оно потом уже и вовне проявляется. А многие пытаются заменить вот это, я наклею себя, вот это все, вот это наделаю, значит, я люблю себя, я красивая. Надо это все такая мишура. Самое главное и самое сложное — взрастить себе вот эту красоту и любовь внутри, чтобы она изнутри сияла. Вот тогда она истинная. Есть ли вопросы по второй чакре? Конечно, нам, женщинам, обязательно надо раскрывать свою женственность, свою сексуальность. Это не значит бегать и всем, со всеми спать. Вы можете быть гипер-супер-сексуальная, но это в вас. То есть вы знаете, что у вас этот огонь есть. Вот это классно. То есть там все наши, во второй чакре, все наши хотелки, что мы хотим. Я хочу на море. Умеете ли вы, женщины, выговаривать, проговаривать, что вы хотите, вот озвучивать свои желания? То есть вот это все очень, вот там очень много всего в этой второй чакре. Вот третья чакра – место в социуме, власть, деньги. Если третья чакра слабая, то человек не хочет ни с кем взаимодействовать с социумом. Ему не нужны люди, он закрыт от общества. Также, у которых мало энергии в этой чакре, они очень быстро подпадают под влияние или манипуляцию другими, жертвуют собой. Ну да, меня там кто-то попросил, ну да, я же не могу отказать, пойду сделаю. Слабая третья чакра. Есть избыток энергии в третьей чакре, это опять же перекос, это эгоисты, все мне, я. Это манипуляторы, они подавляют других. Они выражают агрессию, то есть это те, кто в социуме вот локтями друг друга распихивают и прут, несмотря на потери, как говорится. То есть это, естественно, тоже перекос, так делать нельзя. Четвертая чакра – любовь, дружба, гармоничное взаимодействие, бескорыстная помощь. А в минусе, если она закрытая, слабая, обиды, всегда есть какие-то обиды. То есть, девочки, если у вас есть обида и на кого бы то ни было, и вы можете быть 1000% правы, что вас обидели, ее надо обязательно проработать для себя, для открытия своей четвертой сердечной чакры. Если вы хотите быть или перейти на четвертое измерение,
только через сердечную чакру. Нам ее надо раскрывать по максимуму, только так, иначе мы не сможем пройти. Если она закрыта, нет чувств, замкнутость, депрессия, черствость, безразличие. А переизбыток — это когда слишком эмоциональные. То есть есть такие, которые смеются, через 5 минут она плачет, через еще какое-то время у нее другая эмоция. То есть вот это это тоже не есть хорошо. Это показывает нестабильность эмоциональную. Это колбасит человека однозначно. То есть наша задача прийти вот в какой-то некий баланс, найти свой баланс. И даже если что-то случается в жизни, не так важна ситуация, как то, как мы реагируем на эту ситуацию. И надо научиться реагировать ровно, по мере возможности, естественно. Но если что-то выбивает, задуматься, почему я так реагирую, что меня выбивает, какие эмоции я сейчас проживаю, и над ними работать, не глотать. Помните, как я вам говорила, чтобы это в болезнь не перевело? Обязательно прорабатывать, лечь раньше спать, но не игнорировать. Но это не значит, что на все надо там вот это вот слишком эмоционально реагировать. Пятая чакра. Ответственно за творчество, признание, самовыражение, вдохновение, увлечение и хобби, умение преподнести себя, авторское искусство, жажда признания. То есть человек общается, человек рассказывает, человек делится своим мнением. Он умеет сказать, что ему нравится, что не нравится. А пятая чакра, если она закрыта или мало энергии, это человек, который молчит. Есть такие, вот они мало говорят. Все заглатывает, не озвучивает свои мысли, свои желания, совсем соглашается. Это слабая пятая чакра. Естественно, там ни о каком творчестве, у них нету сил слова сказать, чтобы за себя постоять, а тем более там где-то раскрыться и показать, что они что-то могут. Это для них самое страшное. Поэтому это проблема пятой чакры. Но есть переизбыток пятой чакры. Это когда человек много и громко говорит, постоянно обращает внимание на себя. Ой, я, честно говоря, уже не люблю таких людей, которые вот бывают в компании. Ой, у меня аж кашлять захотелось, подождите. Знаете, это такое низшее проявление, в принципе, вот этой пятой чакры, когда вот это а я вот это, любую тему. У меня есть такая знакомая, она очень такая, как это сказать, целеустремленная, она всегда хочет показать, что она вот классная, и это, какую бы тему ни начала, а вот у меня было так, и та-та-та-та, и она громко говорит, она всех перебивает постоянно. Это так напрягает, это так трудно, то есть диалога там практически нет. Человек вот все о нем, все вот про него, и также перекос пятой чакры — это употребление матерных слов. Многие думают, это очень так... Думают, что это «ах» — это для связки слов, «ах» — это какая-то ерунда. Матерные слова, она прям напрямую выбивает энергию вашей пятой чакры. Она еще пробивает, конечно, тех, кто вместе с вами находится, особенно если дети, это очень пагубно на них влияет. То есть пробивает их вот эту оболочку, защиту, дети болеют, дети плохо учатся и так далее. И потом они, мама говорит, ой, сглазил кто-то. Но меньше материться надо, чтобы не сглазил кто-то твоего ребенка. Это не про это. Многие сами же своих детей и калечат. Поэтому использование матерных слов, и если вот человек постоянно орет, ругается, постоянно вот это громко нападает словесно на других, это тоже перекос пятой чакры. Если человек вот этот избыток энергии бы направил в творчество, направил на самовыражение, на что-то прекрасное, то есть там был бы большой потенциал. Но так как он сливает вот это вот, то, естественно, происходит перекос, у него нет энергии для того, для чего, в принципе, это, за что отвечает эта пятая чакра. А в плюсе она прекрасна. Человек умеет найти правильные слова, он раскрывается, это очень творческие личности, интересные личности, с которыми интересно пообщаться, с которыми интересно поговорить. То есть вот туда ее надо направлять. Это тоже очень такая интересная, классная чакра. Хорошо, идем дальше. Шестая чакра отвечает за интуицию, нестереотипность мышления, разные углы зрения, уважение мнения других людей. Если эта чакра слабая, то человек просто глупый. Так, может, нельзя говорить, но нехватка явно ума.
у него нет планов на будущее, он вот не может как-то там распланировать свой день, а тем более уже свой год. Им кажется, что все делают не так, там кто-то не так посмотрел, кто-то не так что-то сказал. А если переизбыток, то эти люди, вот они типа знают лучше всех, вот то, что я знаю правильно, то, что ты говоришь, это точно неправильно, то есть навязывание своего мировоззрения другим, они всем все советуют, они все лучше знают, это, то есть, опять же, тоже переизбыток энергии и просто слив ее в неправильное русло. Седьмая чакра — это ощущение единства со Вселенной. Это вот это под ключ как к высшим силам. Если она слабая, то нет осознанности, нет духовного развития, это все неинтересно, как многие считают, это все ерунда и бред, еще что-то. Если переизбыток, то это фанатизм. Когда человек очень сильно во что-то ударяется и теряет связь с нашим миром. То есть это вот про то, что когда некоторые уходят слишком в духовное развитие и улетают, и вообще теряют связь с нашим материальным миром. Поэтому очень важно вот этот баланс держать материи и духовности. Это все должно быть в балансе. Смотрите, теперь наши нижние три чакры, они отвечают за материю, за нашу жизнь в социуме. Три верхние — это уже связь с высшими силами, когда раскрывается творчество, когда интуиция раскрывается и ощущение единства. А наша четвертая чакра — это как дверь. Она должна быть открыта, чтобы у нас и в материи, и в социуме все было хорошо.